Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Skoda Octavia 2013 года выпуска. Двигатель 1.8, коробка DSG, передний привод. Пробег на автомобиле 185 тысяч километров. Заменю на нем помпу. Ну и попутно там подтекает патрубок. Также заказал патрубок, ремешок на помпу. Открываю капот, поднимаю автомобиль и сливаю антифриз. Наконец-то у нас лето пришло, на улице плюс 28. С этой стороны снимаю корпус воздушного фильтра. Сниму крышку, сниму хомут вместе с воздуховодом, уберу, а потом сниму нижнюю часть. Откручиваю саморезы. Здесь Торкс. Торкс Т-25. Головкой на 7 откручиваю хомут сзади на воздуховоде. Фиксаторах. Все, забываю, что здесь на Фольксвагенах понаделали воздуховодов, попрятали их. Снимаем тут крышку. Снимаем патрубок. О, хозяин машины недавно помыл. Разъединяем вот этот. А теперь выдергиваю воздуховод, корпус. Три резинки. Раз, два и три. А вот патруба, которую мы заменим. Вот здесь он подтекает у хозяина. Получается, он идет в сборе с этим соединением, с этим. Помпа находится у нас вот здесь вот. Сейчас мы здесь, когда сольем антифриз, разберем, открутим, что нам нужно, отодвинем и уже ее демонтируем. И помпу, и термостат мы заменим. Также на насосе высокого давления бежит прокладка. Попутно заменим и прокладку этого насоса. Вот инженеры, автомобиль придумали, а как антифриз слить нормально не придумали. На радиаторе вообще нету сливного краника, а на блоке он либо сзади под защитой промежуточного вала, либо под генератором. Ни там, ни там подобраться неудобно.
Называется «Сливай как хочешь». Сдергиваю нижний патрубок. Сейчас снизу тазик поставлю, что сольется здесь. Ну, остатки потом уже будут стекать из-под термостата, из-под помпы. Так что, как-то так. По правой стороне, вот тут спереди, снимаем хомут, снимаем фиксатор защелки и подлазим, сдергиваем патрубок. Резко не сдергиваю, так, снизу тазик поставил, пусть сочится, сбегает. Спасибо немецким инженерам. Удачно придумано, все хорошо. Снимаю вот этот патрубок. Здесь также вот этот проволочный фиксатор выдергиваю. Вот он. И патрубок уже спокойно стягивается. Крутить его не нужно, потому что у него есть фиксатор, он не крутится, его просто надо стягивать. Все. Теперь снимаю его здесь, два патрубка хомут. Сейчас поверну вверх, чтобы его разжать. Странно, это что за разъем? Я его не отсоединял. Откуда он? Идет где-то на корпус. Вот он на крышку сюда одевается, но я не припомню, чтобы я его снимал. Посмотрю потом в записи, был он одет или не был. Откручиваю воздуховод, здесь крепление, хомут и снизу крепление, и в сторону его отведу. Торк 130. Ну, отодвинул, здесь мне уже в принципе удобно. Теперь разъединяю все разъемы электрические, снимаю и откручиваю впускной коллектор.
Здесь аккуратно, чтобы не сломать. Откручиваем кронштейн трубки. Ну, здесь трубка. Торкс Т30. Коллектор открутил. Теперь снимаю патрубок с дроссельной заслонки. Вот здесь еще у нас один разъем. Вот он. Его сниму. И можно будет откручивать коллектор. Немножко выдергивается, нажимается. Я сейчас крючок возьму. Все, разъем стянул. Ну а теперь откручиваем. Здесь у нас гайки по бокам, а остальные все у нас болты Торкс Т30. Вот такие болтики. Откручиваю. Вроде бы открутил. Пробую, смотрю, что еще у меня здесь держит. Коллектор шевелится, двигается. Во что-то упирается. Смотрел все. Вот здесь вот клапан, сбоку крышка закрывает. И эта крышка упирается отливом сверху в датчик, а снизу в трубку на рампу с насоса высокого давления. Откручиваю эту трубку, сейчас сниму ее. Сверху держу ключом на 19 и на 17 откручиваю гайку, и снизу точно так же. Немножко неудобно, но подлезть можно. Вот эту трубочку. Теперь насос, то есть насос коллектора у нас должен выйти. Ну что еще упирается?
трубка упирается. Откручиваю сверху два винта, чтобы приподнять трубку. Разъем крепления сломано, уже что-то тут делалось. А вот термостат с помпой. Вот они стоят. Я вот эти сейчас разъемы разъединю по сторонам, разведу и буду ее откручивать. Откручу и уже сюда выдерну. Здесь еще идет подключение, провод, но пока мне его снять неудобно, я откручу, приподниму, отключу его. Снимаю вот этот патрубок. Тоже отцепил. Так, это пока в сторону отведу. Здесь закрыл. Нижний патрубок сниму, когда откручу. Откручиваю. Торг 130. Они с помпой в корпусе хорошо не отваливаются.
три болта я открутил сверху. Теперь открутил два болта вот на этой крышке. Эта крышка у нас закрывает ремешок привода помпы. Сейчас посмотрю, сниму. Да, да, снял. Вот болтик и вот болтик. Вот этот болтик, конечно, неудобно до него долазить, но долезть надо будет. Вот он ремень. Ремень скидываю. И теперь откручиваю два нижних болта. Вот до них тоже подобраться на ощупь только. Сниму вот этот патрубок. И добираюсь, откручиваю два нижних болта. Так, ну что, я два нижних болта открутил. Патрубок верхний и нижний я отсоединил. В принципе, помпа у меня должна сойти. Стягиваем ее немножко назад на коробку. Она у нас на теплообменнике еще сидит. Снизу ее держит разъем. Снял разъем нижний, очень неудобно. Пластик уже подсох, крошится. Так, как тебя вытащить отсюда, родная? О, грязь нацеплял. Вот он разъем. Снял его. Два нижних крепления. И вот у нас отвод, который на теплообменник одевается. Беру фирмы Ина номер 538-03-60-10. Новая помпа. Это идет помпа и идет ремешок. Также идет инструкция. Здесь по замеру, по установке, по местам крепления и указанные направляющие. Также ремень я поставлю тоже новый. Здесь идет фирмы Дейка с помпой. Номер помпы новой и номер помпы старой. Сейчас сверю ее. Здесь получается 56-776-12, 56-776-17. Года разные. Здесь на 2013 года автомобиль стояла помпа 2012 года. Ну, внешне все одинаково. Снимаю вот эту транспортировочную силиконовую накладку. А так внешне все одинаково. Посадка, посадка, посадка. И вот отвод, который одевается на переходник, на теплообменник. Болты новые они стоят, прокладки новые стоят. Устанавливаю ремешок и устанавливаю помпу на место. Болт. Болт на шкив новый идет. Здесь резьба получается левая резьба.